Короче, мы приехали, да, тут самый главный гейт. Мы приехали на станцию сейчас метро, и мы сейчас поедем в самый Амс Москвы. Да. Короче, мы будем ехать очень долго, потому что, потому что. Как Фидуан только что узнал, я видел, кстати, он удалил свой канал в YouTube, он удалил свой канал, он пи***а! Теперь я Байтман. Теперь он, гей-вонючий. Вы это не слышите, потому что он гей. Вот и приехал поезд. А мы начинаем путешествие к киберспортсмену. Мы на переходе на другую станцию. И я надеюсь, мы скоро приедем. Потому что очень долго ехать и все херня. Мы, наверное, будем там 3 часа. Может быть, 5. Я пока точно не знаю, но как получится. Мы очень ехали, да. Оказалось, что 20 минут. Ну, значит, главная задача у нас — это найти само здание Йота Арена, потому что я, честно говоря, не знаю, где это. Но примерно, как бы, по карте знаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и видео даже идите закончим. На. Что мы нашли? Как ни странно. Готовьтесь, мы показываем мастерство. Да, мы будем показывать мастер-класс. Деньги. Вообще всех, как его, ебать ванус? Киберспортсменов и прям да, ванус. Учитывая то, что я не самый лучший игрок Dota, я наилучший игрок, не самый лучший, но да, наилучший. Не самый лучший, а наилучший да. Вообще в этой истории. То я не знаю, как там будут по отношению ко мне вестись, как его, тиммейты или кто там. Я просто думаю, то, что мы будем играть просто типа на компах и с людьми, которые не находятся в Метеорине. Так и будет. Сейчас. Там потому что вроде бы съемка разрешена, я надеюсь, то, что я смогу снимать. А я скажу, что нет, нельзя. О! Но это вред. Жопа. Просто такой оргазм. Пацаны, просто надо сюда приехать. На данный момент мы не знаем, как сюда заходить. Вот посмотрите. Вот так вот. Это офигеть, вот честно. Здесь монитор гигантский. Вот арена. Ну, наверное, да. Здесь, короче, полочь надо. Здесь зала. Мы сейчас начнем уже играть. Это просто вот у меня в бизнес. Монитор офигеть какой большой. Я даже не знаю, ну вот даже вот на примере вот его. Вот просто его голова и его мозг. Мы ждем, пока у нас игра найдется. К счастью, здесь вроде бы съемка разрешена, ну как бы любительская. Ну это, конечно, офигеть. Это реально, если осталось 5 часов. Да, он точно на 5 часов. О, начинает, нашлось. Желайте нам удачи. Тебе сейчас зависит сольем. Офигеть. Ты ревай. Всем привет, пацаны, мы проиграли уже 2 игры подряд. Да, мы проиграли 2 игры, потому что... Потому что Валек не умеет играть. Мы сейчас играли где-то, получается, да. 1.5 часа, но 1:20. То есть у нас мы 3 раза сыграли. Представляешь, я тебе говорил то, что как мы 6 раз сыграем за 3 часа. Ну и вот. И пока. Вот. Мы здесь еще будем, наверное. Да, мы будем где-то около часа здесь еще. Короче, у нас уже время вышло, мы сейчас почти закончим. Потому что у нас осталось 5 или 4 минуты. Да. Мы сыграем сейчас 1-1. Там ждет ничего. 4 часа подряд. 4 часа играли, но знаете, я бы сейчас. Да, я тоже. Но просто из-за того, что уж слишком много. И конечно, там цена не самая большая, блядь, дождь, что ли? Ну, мне очень понравилось, короче. А, дождей нет. Мы выиграли, наверное, да. 2 из 5, что ли, или из 6. Сейчас мы будем ехать домой, естественно. А дождик все-таки есть, но... Ебать ты нахуй! Дождь все-таки есть, да. И я... Естественно, одену солнцезащитные очки, потому что слишком ярко. А хули! Сними, скажи. Вот, кстати, да. Вот это вот
Я уже показывал, что мы как бы на Юте, на Йота-арен, так что не имею понятия, зачем. А, так что там сплатим 10 миллионов рублей. Да, нам 10 миллионов рублей. За рекламу. Вот мы и приехали. Пацаны, на самом деле, 3 часа это вполне достаточно. Мы 4 сидели. Ну как ни странно. Мы, да, мы сидели 4. Мы пиздец устали. Ну я не знаю, если вы хардовые, вот прям хард, прям пиздец ебал. А то, да, вы можете 5 часов сидеть. Сейчас мы идем в KFC, потому что, во-первых, я с утра нихуя не ел. Мы, да, он тоже. Поэтому, блядь. И да, вот лично я, ну, вообще мы, то есть вот прям устали. А самое главное, туда нельзя, как ни странно, с напитками ходить. То есть там есть вот этот свой бар, но мне кажется, там все очень дорого. Поэтому мы идем сейчас в KFC. Мы решили все-таки купить шаурму. Да. Потому что, типа, почему бы и нет. Ну, и я думаю, то, что на этом я заканчиваю, потому что мы расходимся уже, и делать, по сути, больше нечего. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Мегадекстер. Всем удачи, всем пока.